сейчас нахожусь на Шафировском, 12. Это адрес крематория Санкт-Петербурга. Вот решила зайти посмотреть колумбарий. Еще так близко никогда не была. Вот ребенок похоронен. 19-го я там видела года, а какого умер, непонятно. Соответственно, недавно. Если сейчас 22-й год, то рождение он 19-го. Там пустые еще стоят. Ждут своих. Обладатели. Если так можно выразиться. Эльмах Таисия. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Галиев Ринат Фазиевич. Сколько заполнено. Места еще полно. Ждет своих обладателей. С рыбой. Фотографию нашли. Какую приделать. Вот интересно, кого сюда хоронят? Вот каких людей простых, у которых денег нет? Или вот почему не на кладбище, там, к примеру, место, потому что дорого стоит? Почему это бюджет-вариант, я так понимаю? Просто в стену, в общественную урночку закопать. Если кто знает, ответьте мне, пожалуйста. Но я так понимаю, что это эконом-вариант. Сохранить так вот. Какое злобное лицо. Денис. Ребенок. Однозначно. Машинки накиданы. Там все пустое уже. О, полное поле. Ну ладно, так можно идти до бесконечности, конечно. Но не то, что до бесконечности, но еще далеко и долго.
Но мне пора уже идти, уходить отсюда. Первый раз сама здесь побывала, вот так вот, близко. И тьфу-тьфу-тьфу, еще долго здесь не бывать. И в подобных местах пусть все живут и здравствуют. Пусть у всех все будет хорошо. У нас и у ваших родственников, и у нас, и у всех. Пусть все будут живы и здоровы. Продан Василиса, продан как. Ну, неохота мне сейчас шутить в этом месте. Фамилия такая говорящая, достаточно. Все, ладно, спасибо всем за просмотр, всем пока.